Трахались? А тебя это ебать не должно. Пишем? Ну что ж, всегда приятно увести из-под носа у Дудя такую акулу. Сразу бы хотел сказать, что у вас потрясающие глаза. Вы в трусах сейчас? Нет. Ну, я не верю, честно говоря. Можете доказать? Блядь, это было бы так охуенно. Я тебе больше скажу. Человек, который снимает трусы, он становится свободным. Вы в жизни был секс? Я люблю трахаться. Очень люблю трахаться. Я свободный. Свободный. Чё мне эту жизнь-то... Ну я это уже... Ну чё мне надо делать? Ну так случилось. Просто у нас должен быть искренний вайб по интервью. Зрители чувствуют фальшь. Можно просто в бар зайти и поебаться. А как? Фух. Ой, все, не могу. Ой, хорошо. Похоже, что я сейчас сексом занимался. Вот и у вас, честно говоря, не сильно похоже. Так что сделайте уже что-то с этим. А я предложу тебе на клитор. Ты сразу кончишь. Не так я хотел, конечно, первый раз. Оцените себя как актера. Сколько из 10? Я снимался у великих режиссеров. Скажи, пожалуйста, а что я, когда вот у них снимался, я в своей природе, по своей природе был другим? Здесь вопросы задаю я. Я вот по вам учился, честно говоря, трахаться. Витя Сухорубков — это Путин. Витю Сухорукова в жмурках за мы с Дюжевым. Вот если бы у Путина была бы такая судьба, было бы круто. А я вообще заканчивал актерские курсы имени Дмитрия Дюжева. Поэтому у меня не нервы, а стальные канаты. Мы же никогда не скрывали, что мы свингеры. Я никогда не скрывал, что я би. Ты научил меня всему. Кто вам дороже? Я или мама? Я мудак.